Привет, 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 привет! Ну вот, наконец-то дошла у нас очередь рассмотреть мои жемчуга искусственные. То, что еще осталось, то, что я еще не переработала, то, что еще никуда не пошло. В общем, здесь это тоже все купленное в секондах в разное время. В общем, здесь у нас бусины, не буду их вынимать, это бусины для детского творчества, ну и, наверное, не только для детского творчества, то есть они здесь разноцветные и разноформенные. В общем, вот такие. Вот так вот я их здесь храню, здесь даже кулон есть. Тут, правда, фурнитура на нем ужасная, но, тем не менее, пусть лежит, мало ли, вдруг понадобится когда-нибудь. Так, вот такие миленькие бусинки. Я помню, это были длинные многорядные бусы, и я их распустила. Тоже в секонде покупала. Так, вот эти бусы я пока не распускала, потому что то, что покупаю сейчас, я уже редко распускаю, если мне не понадобится для работы. Это искусственный, но очень красивый жемчуг, он матовый. Он такой очень, очень приятный матовый жемчуг, он такого молочного цвета, он не ярко-белый, классный. Вот. И вот такой розовый, тоже очень красивый, хоть и искусственный, но мне очень нравится. Цвет здесь такой приятный. Вот. И тоже он такой хороший жемчужочек. Так, а это вот у меня были бусы. Нет, не это. Еще я, наверное, уже использовала этот жемчуг для Руслана и Людмилы, когда делала колье. Значит, здесь были разные ниточки, вот такого жемчуга, и еще был такой белый жемчуг. Вот он весь одинаковый, он тяжелый, похож на майорку. То есть, ну, не пластиковый, а какой-то более стеклянный, что ли, такой. Ну, вот есть у меня идея кое-что из него сделать, но пока я ее еще не воплотила. Это маленькие бусинки, такие серенькие. По-моему, они для детского творчества, здесь дырочка большая в них. Так, это же, господи... Вот эти жемчуга, это майорка. Это майорка. Они увесистые, тяжелые. Ну, вот какие-то они, вот эти вот я точно помню. Эти не очень помню, а вот эти точно помню. У них был такой замок, древний такой совсем. Ну, в общем, вот такие жемчуга. Вот еще браслетик. Похож он на вот эти бусины. Чуть-чуть крупнее в диаметре. Ну вот, ну как-то они так сочетаются. Вообще три вот этих бисера, жемчуга вместе смотрятся очень хорошо. Надо что-нибудь придумать. Ну вот такие малюсенькие бусинки тоже от чего-то оставались, от каких-то украшений. Ой, и вот это тоже у меня майорка. Это тоже, я помню, эти бусы, они такие белые, но чуть-чуть такой еле-еле уловимый розовый оттенок. Если вот эти бусины, они с таким оттенком сероватым, то вот эти бусины с розовым оттенком, я тоже их хорошо помню, они тоже были с таким вот старым древним замочком. Здесь несколько таких сатиновых бусин у меня осталось от чего-то. Это тоже тяжеленький. Это для детского творчества. Я покупала этот, вот эти два. Я покупала в магазине Dollar Store. У меня где-то есть распаковочка из этого магазина. Вот тоже маленькие бусинки, которые я использую иногда как проставочные, иногда как добавочные. В общем, такие. И это бусины для детского творчества. Они такие, на кошачий глаз похожи. Но это пластик, он отверстие большое. Тоже оставила, пусть будут. Вот. Ну и к этому посмотрим гематит, который есть у меня. Вот это все тоже было куплено в магазинах секонд-хенд. В общем, это тот гематит, который не магнитится. Вот такой. Вот такие бусики. Здесь даже карабинчик такой хороший, большой. Вот такие. Здесь как рубка, несколько круглых бусин. Два вот таких вот бочоночка, не бочоночка, а цилиндрика. И два вот таких диска здесь. Три. Так. Браслет гематитовый. Так, и еще вот такие бусы. Вот с такой большой бусиной. Здесь тоже идет такая рубка. Я сначала было подумала, что она одинаковая. Но нет. Вот эта рубка, она чуть-чуть визуально видно, что она чуть-чуть больше в диаметре. Ну, ничего страшного. Все равно можно совместить. Вот.
диски, вот такие бусины, вот такая, как это, витая бусина. Ну, в общем, вот такое. Так, это не то. В общем, вот такой. Господи, ну все, никак я его сложить не могу. Ну, неважно. В общем, вот такой вот малюсенький. Можно использовать как проставочные бусины. Так, а это тоже были бусы, которые я благополучно распустила. Вот здесь тоже вот такие витые бусины есть. Она совершенно один в один вот с этой бусиной. Круглые бусины. И был браслет. Вот такой. Это такие коннекторы. Они полукруглые, с двумя дырочками. Вот такие коннекторы. Ну и обычные круглые бусины. Здесь ничего такого особенного нет. Ну и здесь гематит тоже такой. Я не знаю, отнести это к натуральным материалам или просто. Здесь кубики гематитовые в основном. Ну, еще что-то там попадается. Ну, в общем, вот такие. Так, я купила две вот таких подвески. Подвески вот на таких витых держателях. Я это, конечно, сохраню, эти держатели. Но здесь мне нравятся бусины. Очень понравились бусины. Они просто очень-очень классные. Они пластиковые. Но они очень-очень-очень классные. И у меня есть бусины прозрачные, вот в таком же тоне. Поэтому я их и купила. Их было всего две, было бы больше, я бы, конечно, взяла больше. Вот, но пока так. А на место, вместо этих бусин я сделаю другие. И сделаю другие подвесочки. Будут у меня другие подвесочки. Здесь, правда, нет двух одинаковых. Нет, вру, есть. Вот эти две более-менее одинаковые. Вот эти две одинаковые по размеру, но разные по цвету. И вот эти вот две более-менее одинаковые. Ну ничего, на этом можно сыграть и сделать красивые бусы из них. Но я их разберу, когда будет в них, когда будет нужда разобрать. Ну вот, ну еще покажу вам вот такие бусины. Не знаю, зачем я их храню, зачем я их собираю. Не знаю, смогу ли я их когда-либо использовать. Они вот такие вот бусины разные. Здесь мне нравятся вот такие, они могут служить как проставочные, но... Вот такие мячики, вот такие бусины. Это все пластик. Они очень симпатичные. Здесь вот даже две вот таких вот есть пластиковых бусины. Они, кстати, очень хорошо годятся для того, чтобы закрывать соединение. Надо их отложить поближе. В общем, не знаю, вот такая бусина. Вот такие вот есть. Ну, вот несколько типов разных бусин. Ага, да, вот где же еще. А нет, это одинаково. Я думала, разный рисунок. Ну, неважно. Ну, просто они, ну, какие-то такие, слишком уж они детские. Ну, совмещать их с какими-то другими бусинами, я не знаю, как их, с чем их совместить. Я пока не думала, не знаю. Может, хотя, может быть, можно совместить с какой-то костью, еще с чем-то. Ну, в общем, пока лежат. Они у меня уже очень давно лежат, валяются. Вот, и пока я им применение не нашла. Вот если бы вот эти бусины были золотые или серебряные, или бронзовые, ну, конечно, тогда да, тогда бы цены не было. Ну, а так, маему шо маему. Ну, все, закончила я вам показывать свой... Нет, еще не закончила. Вспомнила, что еще у меня есть жемчуг. Вот у меня еще есть жемчуг, который я храню вот в этой банке. Я его не разбирала, потому что жемчуг цветной. Ну, есть вот в таких баночках жемчуг. Я его не вынимаю, он там лежит, всегда лежит. Ну и здесь масса жемчуга разнопланового. Здесь есть, вон даже ободранная бусина есть. Но я не выбрасываю, потому что мне может понадобиться. Может быть, надо будет ее помыть потом. Разный жемчуг. Разных цветов, разных оттенков, разных диаметров. Просто он весь разноцветный, поэтому он лежит вот в этой баночке у меня. И еще есть вот такой жемчуг. Это белый жемчуг, который мне может понадобиться в любой момент. Здесь есть красивые бусины, крупные, мелкие. В общем, какие хочешь. Вот такие разные. Вот такие разноплановые бусины. Здесь я не буду все высыпать, просто. Ну вот. Ну, их объединяет то, что он, ну, не то, что он прям совсем весь белый-белоснежный. Нет, конечно, есть разные оттенки. Но в принципе, будем говорить так, белый жемчуг классического типа. Ну, в общем, вот так я вам показала свои жемчуга, которые я еще не до конца использовала. Я люблю работать с жемчугом. Ну, больше, конечно, люблю натуральный, но и такой иногда нужен.
Ну вот, ну все, всем огромное спасибо за просмотр. Буду очень рада, если вам понравилось. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь, пожалуйста. Спасибо за ваши комментарии. Всех приглашаю к себе в гости. Приходите, всегда рада. Пожалуйста, если вам не сложно, поддержите мой канал. Ну все, всем огромное-огромное спасибо. Всем счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. И пока-пока-пока-пока.